Педагоги имеют право на назначение досрочной страховой пенсии ранее общеустановленного пенсионного возраста, если их стаж работы на соответствующих должностях составляет не менее 25 лет и имеется требуемое количество заработанных пенсионных баллов. В 2017 году обязательным условием для назначения досрочной страховой пенсии является наличие не менее 11,4 баллов. В 2018 году необходимое количество баллов составит 13,8 баллов и будет увеличиваться ежегодно на 2,4 баллов и составит 3 балла к 2025 году. Правительством Российской Федерации в отношении педагогических работников утверждены правила исчисления периодов работы, а также список должностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости в связи с педагогической деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях для детей. В соответствии с указанными списками, право на досрочное назначение пенсии имеют педагоги, работавшие в должностях директоров и их заместителей, преподавателей, воспитателей и учителей. Помимо этого, в указанном списке подробно указаны учреждения, работа в которых дает право на досрочное назначение пенсии педагогическим работникам. Поэтому важно, чтобы должность и место работы, указанные в трудовой книжке, четко соответствовали должностям и учреждениям, указанным в списке. Иначе пенсионный фонд может отказать в назначении досрочной льготной пенсии. При назначении льготной пенсии рассчитывается педагогический стаж. Периоды педагогической работы, выполнявшиеся до 1 сентября 2000 года, засчитываются независимо от выполнения в эти периоды нормы рабочего времени, педагогической или учебной нагрузки. Начиная с 1 сентября 2000 года, в стаж, дающий право на досрочную пенсию педагогам, засчитываются только те периоды, выполняемые на полную ставку, должностной оклад суммарно по основному и другим местам работы. Исключением является педагогическая работа в качестве учителей начальных классов общеобразовательных школ и учителей сельских общеобразовательных школ. Работа в указанных должностях включается независимо от объема выполняемой учебной нагрузки. В данном случае исключение составляют вечерние смены и открытые смены общеобразовательные школы. Стаж работы, дающий право на досрочное назначение пенсии педагогам, включаются также периоды временной нетрудоспособности, периоды ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, а также отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, имевшие место до 6 октября 1992 года. При этом периоды по уходу за ребенком засчитывается весь период нахождения женщины в декрете, начавшийся до 6 октября 1992 года, полностью в пределах установленного срока, независимо от факта прерывания такого отпуска.